Производство трикотажных изделий очень выгодно благодаря высокому спросу, несмотря на большую конкуренцию. Вначале производство следует сосредоточить на простых вещах, чтобы не тратиться на дорогостоящее оборудование. Успех бизнеса зависит от уровня освоения технологии производства. Ассортимент нужно выбирать востребованный, независимо от сезона. Обычно это футболки, носки и перчатки. Также следует изучить конкурентов, их ассортимент, ценовую политику, сильные и слабые стороны. Для открытия небольшого фабричного производства необходимо составить бизнес-план. Цех можно запустить на территории закрытого завода или склада. Для 10 рабочих мест потребуется помещение от 100 квадратных метров, аренда которого обойдется в $500-$700. Основным оборудованием в трикотажном производстве являются вязальные машины. На китайское оборудование следует выделить следующее средство: $6,500 – вязальная машина, $2,600 – машина для изготовления носков, 350 пар в день, $1,100 – на линию по производству перчаток. Для удешевления производства нужно купить аппарат для скручивания ниток, который стоит $20. Уменьшить затраты и приобретение оборудования БУ. Всего на приобретение техники следует потратить $35,500. Текущие затраты составят $1,200 на расходники, зарплату и коммунальные услуги. При реализации в месяц 900 товаров чистый доход составит $30,000. Бизнес окупится за 10 месяцев. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.